Здравствуйте, я Николай Ясиновский, создатель своей линии тренажеров. Сегодня расскажу о тренажере, комбинированном тренажере «Тяга сверху и тяга снизу». Я покажу, как правильно работать на данном тренажере. Для тренировки на этом тренажере лучше всего использовать две рукояти. Это параллельный широкий хват и узкий параллельный хват. Наиболее эффективна работа на данном тренажере на спину. Делая тягу сверху, мы должны опустить скамейку в полулежачее положение для того, чтобы спина немножко упиралась в эту спинку. Если мы делаем тягу снизу, то мы ставим сиденье в горизонтальное положение, и вот здесь самое главное – немножко подать туловище вперед. Не делать так, как это делается классически. Спина прямая, прогнутая, округление груди. В этом случае спина работать не будет, поэтому обязательно человек должен подать туловище чуть-чуть вперед и делать это упражнение без каких-то движений, как мы называем.